Райский сад. Под таким названием в Музее Белорусского Полесья открылась выставка художественного текстиля. На ней представлены работы, которые транслируют новый взгляд на старинные традиции. С актуальной картиной современного развития искусства текстиля из разных уголков Земли познакомились и наши корреспонденты. Художественный текстиль и коллекции современных художников и авангардных костюмов молодых белорусских дизайнеров представлены на открывшейся выставке в музее на берегу Пины. Организатор проекта – компания «Белбренд Аудит». Эта выставка, она позволяет посмотреть на наш замечательный текстиль, как действительно тот белорусский бренд, который стоит развивать, потому что, мне кажется, он на сегодняшний день тоже у нас очень востребован. Выставка прекрасна тем, что она позволяет увидеть, может быть, казалось бы, немножко такие отвлеченные вещи, связанные с текстилем, но мне кажется, что она позволяет вдохновиться и понять, что мы можем еще более интересное создавать. Более 20 художников из разных стран представили свои работы, выполненные в разных техниках и жанрах. В своих творениях авторы смогли передать художественное видение искусства текстиля, то, насколько разными и многоплановыми могут быть современные трактовки. Каждая из более чем 40 работ демонстрирует уникальное и неожиданное решение творческой задачи, которую перед собой поставил дизайнер. Хочется заражать людей любовью к текстилю и хочется развивать это направление у нас в стране. Потому что принято считать, что текстиль – это габареновое ткачество исключительно. Или там только батик, или там только какие-то классические техники. А хочется показать, что это целое направление в современном художестве, в современном искусстве. И хочется толковать вот именно уже новые смыслы, закладывать и рассказывать зрителю через текстиль. Это одразу радость. Радость тому, что... Ты бачиш, що все ж таки ми живемо, ми розвиваємося і нам є що показати. Ось, і це, напевно, саме головне, що ось ця культура традиційного ткацтва, вона не зникає, вона просто трансформується у нейкую просто іншу форму. Наверняка эта выставка вдохновит молодых творческих пинчан, у которых она вызвала неподдельный интерес. Ведь представленные работы наполнены глубоким интеллектуальным и эмоциональным содержанием. Много впечатлений вообще, если присматриваться к этому всему, еще много разных мыслей появляется, на что похоже, что это могло быть, чем вдохновлено. Вдохновляет, потому что здесь есть некоторые детали, которые я хотела бы добавить к образам, и мне нравится смотреть на разные творчества остальных людей. Они меня вдохновляют на следующие работы. Насладиться творчеством современных художников и дизайнеров в Музее Белорусского Полесья можно до 20 ноября.